Эта книга написана очень-очень-очень много лет назад, с одной стороны, а с другой стороны, ее продолжают сейчас писать. Начался этот процесс в 1970 году, когда стали выпускать журнал «Квант». И это называется «Задачник кванта». Сначала было 12 номеров в год, и, соответственно, в каждом номере было по 5 задач. Потом был долгий период, когда это было 6 номеров в год, соответственно, в год было 45 задач, но все не важно. Важно, что это такое. Редакция «Кванта» пытается отобрать самые-самые-самые симпатичные из задач, которые есть на свете. Понятно, что это отбор всегда субъективный, но до 97 года, то есть первые 27 лет существования, этим занимался гениальный человек, товарищ Васильев, совершенно замечательный математик. И все, что он сделал, действительно в высшей степени достойно, интересно. После него, ну, тоже, в общем, стараются это поддерживать. Сейчас этим занимается Кожевников. Он в этом году приходил на лекторию «Малого Мехмата». В общем, тоже вполне себе симпатичный, замечательный человек. В общем, ребят, конечно, как всегда в таких случаях, первые годы были интереснее, чем следующие, потому что в первые годы отбирали, что называется, из всего многообразия задач. Да? Потом уже срабатывает вещь, что когда 2000 хороших задач опубликовали, то вот именно те 2000 задач уже опубликовать нельзя, и поэтому в некотором смысле выбор сузился. Да? Он становится потихонечку труднее, труднее. Вот. Но, с другой стороны, не сейчас он интересный, а главное, очень советую вам порешать задачи первых лет, что я сейчас с вами собираюсь сделать. Ребята, не надо думать, что на вашу школьную жизнь не хватит первых, не знаю, 20 лет существования кванта. Уверяю, большинство школьников больше нескольких десятков задач так и не решают, потому что не успеют. Школьная жизнь успеет закончиться. Это огромное богатство. Между прочим, я в свое время потратил больше года жизни на то, чтобы просто вот пройтись по всем-всем-всем журналам и для каждой задачи, задачника кванта, четко выписать, а где же у нее опубликовано решение. Ну и убрать все эти опечатки в условиях и так далее. Это была огромная, хоть и скучная, но огромная в объеме работа. Но сейчас у вас есть возможность не просто лазить по номерам, запутываясь, а просто вот есть один файл, где все задачи там с первой по какую-то. И у каждой задачи написано, где опубликовано ее решение. Осталось мелочь, осталось порешать и после этого прочитать решение.